Цену в редкий тарантул на столе. Ах! Прежде чем пойти наверх, мне надо узнать, что там и как с этим быть. Жизненно важно, чтобы человек сверху не понимал, кто я и что я. Так что никаких отверток, никаких продвинутых технологий я могу использовать только это, потому что мы под прикрытием. Для любого слышащего этот разговор мы говорим о полной бессмыслице. Практика прорыва уцеплять спираль де Карде Ломбарди. Все, что мне нужно делать, вести себя как обычный человек. Просто, что может пойти не так? Ты себя-то видел? Так ты будешь просто ехидничать, никаких полезных советов? Хорошо, вот тебе один. Избавься от бабочки. Бабочки — это круто. Ну же, Эми, я хочу быть как все. Расскажи, что делают обычные ребята? Они смотрят телек, играют в футбол, пропадают в бабах. Это я могу, я этого не делаю, но могу. Погоди, стоп, Эми! Интересно. Локальная временная петля. Что все это значит? Временное искажение. Происходящее наверху напрямую связано с тобой. Остановилась. Вроде. А у тебя-то что? У меня все хорошо. Так что, не увязочки, но волноваться не стоит? Нет, не стоит. Просто вытяни зигзагообразный плоттер до упора, это тебя защитит. Эми, я сказал зигзагообразный плоттер. Я его и потянула. Ты стоишь спиной к двери? Да. Хорошо, сделай два шага вправо и потяни его еще раз. Итак, мне нельзя использовать звуковую отвертку. У меня еще много дел. Надо насобирать пару вещичек. Рассиживаться тебе не придется. Thank you.